Куски бетонного ограждения вперемешку с обломками от машины. Аварию, которая случилась вчера вечером в деревне Лекерта, забудут не скоро. Надежда Киреева признается, очень испугалась. С коридора выхожу, дверь открываю, смотрю, мой забор на щепки летит вверху. Дошка в хату, крышу, Таня, война. Я подумала, что с неба может самолет. Не вписался. Машина ехала по центральной. Водитель повернул, не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет, упал на забор и перевернулся. Бетонный забор разлетелся в клочья. Обломки разбросаны по всему огороду. На земле еще остались следы от шин. Ремонт ограды наверняка влетит в копеечку. Помимо хозяина иномарки, в салоне была 24-летняя пассажирка. Они получили серьезные травмы и отправились в больницу. Врачи диагностировали у парочки алкогольное опьянение. Опомнилась, я выхожу. Глядь, под машиной человек ляжет. Я как крикнула обратно. Наши парни взяли его, вытащили отсюда. Они его так вот вытащили, а у его крови еще залито. А потом сама его что-то парни там поколотили. И он поднялся, вышел сюда на дорогу, на травку. И за наш дом удирать. А тут милиция. Его схватили, догнали. Теперь сотрудники ГАИ выясняют детали произошедшего. Анастасия Похлёстова, Максим Галионко, Бобруйск 360.